Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является только юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является неверным. Запад исторической Башкирии в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем ее юго-восток. Тому примером история башкирского рода Юрми. Башкиры рода Юрми частично проживают в Бакалинском районе Республики Башкортостан. Однако большая часть селений башкиро-юрмийцев расположены на территории соседнего Татарстана – в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском и Ознакаевском районах. Этнограф Раиль Гумерович Кузеев в своей фундаментальной монографии «Происхождение башкирского народа» писал: группа Юрми, судя по этнониму, преданиям и тамгам, являлась некогда частью племени Юрматы или родственным ему образованием. Это хорошо иллюстрируется распространенным среди юрматынцев на Урале повествованием о Юрмихане. Этническую историю юрмийцев мы не можем отделять от юрматинской истории. И Кузеев, и другие историки, этнографы связывают эти два родоплеменных образования и считают, что некогда они составляли одно этнополитическое формирование. На это указывает множество преданий. В одном из преданий рассказывается, что однажды на охоте сын Юрми хана увидел лебедя. И уже было собрался стрелять в него из лука, как вдруг благородная птица обернулась прекрасной девушкой. Ханский сын женился на ней, а их потомки составили род Юрматы. Юрматы – крупное подразделение башкирского народа, родовые земли которого включали территории современных Ишимбайского, Стерлибашевского, Стерлитамакского и Федоровского районов Республики Башкортостан. Сегодня башкирские роды Юрми и Юрматы разделяют сотни километров, и проживают они на территории смежных регионов Башкортостана и Татарстана. Однако в прошлом данные этнические группы, по всей видимости, составляли единую общность. Вопрос только в том, какую. Одни исследователи считают их потомками булгар, другие – венгров и даже сарматов, подвергшихся в составе башкирского народа тюркизации. Рассмотрим эти точки зрения. Современные венгры появились в Европе на исходе IX века. А до этого они обитали далеко на востоке, в стране, которую латинские источники именуют «Магна Хунгария» – «Великая Венгрия». Автор X века византийский император Константин Багрянародный в составе венгров выделял род Гермата, в котором ученые единодушно видят этноним Юрматы. Следовательно, если происхождение башкир-юрматынцев было связано с венграми, то и юрмийцы также имели к ним определенные отношения. Основная точка зрения Кузеева сводилась к тому, что юрмийцев он видел как тюркизированных угров. Связывал это с мадьярскими племенами, которые проживали в Урал-Поволжье, и которые в последующем, в эпоху болгарского периода, оказались на Южном Урале и вошли в состав древнебашкирского этноса. Этнограф Раиль Гумерович Кузеев писал: «Этногенетическая связь племен Юрматы и Юрми особенно доказывается недавно обнаруженным общим шежере юрматынцев и юрмийцев. В генеалогии шежере Юрмийбий показан сыном Юрматыбия».
Однако факт нахождения племени юрматы, родичи юрмийцев в составе европейских венгров, не доказывают этническую идентичность тех и других, то есть венгров-мадьяр с одной стороны и юрматын-юрмийцев с другой. Сами венгерские ученые, например, Дьюла Немет, считали юрматынцев тюркским племенем, которое было увлечено движением венгров на запад. Возможно, поводом для такого вывода стало то, что следы рода юрми обнаруживаются в составе северокавказских и дунайских болгар. В VII веке булгарские племена создают на Северном Кавказе государство, получившее в византийской литературе название «Великая Булгария». Ее правителем становится хан Кубрат. Однако после его смерти держава распадается. В итоге сын Кубрата, хан Аспарух, уходит на Балканский полуостров, где создает Дунайскую Булгарию. Другая часть племени переселяется на север, где возникает Болгария Волжская. Дети мои, возьмите свои племена и увидите их далеко от пожарищ Великой Болгарии. Мое племя поведет хан Аспарух. Пусть с ханом Аспарухом пойдет и старейший из рода Дула, мой брат, соправитель Авитахол. В 1861 году русский историк Александр Попов обнаруживает уникальный документ, носящий название «Именник болгарских ханов». Написанный кириллической письменностью и состоящий из смеси славянских и тюрко-болгарских слов. Авитахол жил 300 лет, род его Дуло. Ирник жил 108 лет, род его Дуло. Гастун наместник 2 лета, род его Ерми. Курт 60 лет. Род его Дуло. Хан по имени Курт обычно отождествляется с основателем Великой Болгарии Кубратом. Таким образом, до его воцарения болгарами в качестве наместника правил некий Гастун. В отличие от правящей династии, происходившей из рода Дуло, он был из рода Ерми или Юрми. Кроме того, о присутствии юрмийцев и юрматинцев в составе Булгарской конфедерации племен говорит и археологический материал. Эпиграфические надписи, высеченные рядом с барельефом, носящим название «Мадарский всадник», упоминают племя ермиар. Термин ермиар состоит из племенного названия ерми и этнонимического суффикса «ар». В башкирской топонимии он отразился в названиях урочищ Юрмияз, давших название двум селам в Аскинском и Татышлинском районах. Ермиар с учетом тюркского перехода буквы «Р» в «З» закономерно дает форму Ермияз. Однако факт нахождения представителей рода юрми в составе кавказских и дунайских булгар вовсе не означает одинакового происхождения тех и других. Какие-то группы юрмийцев могли участвовать в движениях болгар из внутренней Скифии, то есть степей Казахстана и Средней Азии на Кавказ, а оттуда далее на Дунай. Но какова была судьба основной массы данного племени? Византийский летописец IX века Феофан Исповедник о событиях 563 года писал: «В этом же году в Константинополь пришли послы Аскилла, царя Ермихионов, племени, обитающего среди варваров поблизости от океана». Ермихион – композитный термин, состоящий из двух частей – Ерми и Хион. Название Ерми соответствует башкирскому этнониму Юрми. А каково происхождение названия Хион? В Авесте священной книги древних ариев пророк Заратуштра возносит молитву богам следующими словами: «Такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтоб воинов хионских я поражал бы сотню на 50 ударов». Упомянутые в Авесте хионы были одним из племенных североиранских кочевников, которых в исторической науке принято называть хионитами. Хиониты – народ иранского происхождения, близкий к аланам. Государство хионитов, существовавшее на территории Приоралья, в IV веке вело войны с Ираном.
Параллельно сформулированы несколько других точек зрения, среди них сармато-аланская теория, которая говорит о происхождении юрмийцев из среды сармато-аланских племен, которые в первом тысячелетии проживали в рамках хазарского каганата, Дешты-Хазар, и в последующем, в эпоху булгарской миграции, оказались в составе древнебашкирского этноса. Одним из аргументов сторонников данной теории происхождения юрматы-юрмийцев является то, что сам этноним юрматы является вариацией названия «сармат». В сочинениях греческих авторов названный термин, как правило, имеет форму «сермат» или «сюрмат». Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что род юрми, как и юрматы, по всей вероятности, происходит из среды сарматских племен древнего Турана. Они, как и предки башкирских племен бурзян, усерган, канглы, с незапамятных времен обитали на территории между Аральским морем и Кавказом. Часть юрмийцев уходит вместе с булгарами хана Аспаруха на Дунай, а другая переселяется вместе с бурзянами на Южный Урал. История людей связана с землей. Названия рек, гор, урочищ, как правило, не меняются на протяжении многих столетий, а то и тысячелетий. Судя по топонимии, предки башкир рода юрми после миграции с Кавказа на Урал обитали гораздо восточнее мест их теперешнего проживания. Об этом говорят, например, названия двух хребтов, носящих название Юрма-Тау и расположенных на территории Челябинской области и Белорецкого района Башкортостана. Об этом говорят гидроним Юрмаш близ Уфы, а также яконим Юрмияс, применяемый к двум селам в Аскинском и Татышлинском районах республики. Когда и при каких обстоятельствах башкиры-юрмийцы могли мигрировать на запад? В 13 веке под ударами монголов гибнет Волжская Булгария. На опустевшие земли с востока переселяются башкирские племена Байлар, Юрми, Сарайли, Минг. Село Татарское Дымское, что стоит на речке Дымке в 24 верстах от Бугульмы, было основано башкирами рода Юрми. Дымской. Дымской елгасы. Дым сөзінде алған, тамыры дым. Кишерейтіп, эту формасында, кишерейтіп, эйтілген формада Дымской деп яңырай. Она бизнес этеля, это не психика, не лип, мне что-то ласкательная форма да. А если карта будет еще хорошая, олодим, блин, что же бизнес кисидим нен, бутон нилереде, бертрлук, окан даже форма сада бертрлук. Что у нас говорят, а у нас есть медицинские, диген, есть мбирлиган. Переселяясь в западном направлении, башкиры переносили топонимию своей прежней родины на новые земли. Именно поэтому возникло своеобразное дублирование названий. Таким образом, у нашего Дима или Демы появляется двойник – речка Дим, Дымка. Біздің районда стерлі есім білен, стерлі елғасы есім білен байланген үш ауыл бар еді. Стерлі баш, қазіргі Балташ ауылынан ирақтығыл поселік ол қазір юқ. Хәм стерлінің тамағында екі ауыл юғары стерлі, хәм түвен стерлі, түвен стерлі кішкені ауыл. Башқыртыстанда стерлі тамақ шәһәрі. Демек, стерлі елғасы да бар. Қоян шыққан ол. Бәлкі шыннан да мына біздің стерлі білен башқырт стерлі арасында бірер түрлі тарихи туғанлық жіплері бардыр деп ойлаймын. В Азнакаевском районе Татарстана течет речка Стерля, в устье которой стоит село Стерле или Стерлитамак. Сам райцентр Азнакаева расположен на речке Миниус. Аналогичный гидроним есть и в Миякинском районе республики. Все названные реки Татарстана входят в бассейн Ика, текущего по границе с Башкортостаном и впадающего в Кам. Впрочем, и сам Ик является всего лишь двойником другого Ика – реки на северо-востоке Башкирии. Бу шәжәләр юрми шәжәсендә мин ихтибар иттем. Анда сезнең Актүбә дигән менә җир бу инде Актүбә безнең Азык районында элек борынгы авыл һәм шуннан Актүбә поселогы барлыкка килгән. Һәм Азна исеме дә ул шушы кешеләр исеменнән чыккан дим. Чөнки юрмилнең бер шәжәрәдә бар Азна исемле улы булган. Менә шушыннан юрмилләр берничә буын һәм инде гасырлар дәвамында алар үсіп кетіп, Башқыстанға юрматылар болып кеткендер.
Выдающейся фигурой из числа башкир-юрмийцев 18 века был султан Мурат Дускаев, являвшийся одним из предводителей башкирского восстания 1735-1740 годов. Он был одним из инициаторов союза с казахами Среднего Жуза для совместных военных действий против правительственных войск. Летом 1737 года уфимский воевода Шемякин получил следующее известие. По Иику на устье речки Кизил по ту сторону реки Ари, киргиз-кайсаки Средней Орды Шемяки-хан и Барак-султан со всем войском приехали. На казанской дороге Юрмийской волости Салтан Мурат Дускеев с товарищи. Он их ханов с киргизцами вызвал и советовал сообща, что нынешним летом русских людей и доброжелательных иноверцев рубить, а в зимнее время, чтобы им жить, по Уралу горе. В 18 веке население Закамья мало-помалу становится смешанным. В башкирских аулах селятся на условиях арендной платы многочисленные припущенники тептяри. Тептяри – этносословная группа припущенников, то есть поселенцев-арендаторов различного происхождения на башкирских вотчинных землях. Тептяри, как явление, характерны исключительно для территории исторической Башкирии. Бұрын-бұрын заманда енді шу... Юрми волостинда урнашкаш бетінді шул башқыртларының жерлері болғандыр енді әңнар сыңында типтерлер келген. Мында сыңырақ метрикалар документларда уже типтерской командының уже айырым, башқырт командысының айырым уже ревизкелары икеге бөлініп языла. Әміне баштағы 1700-ші елларда анда башкирцы деп язылған ревизки сказкаларда. В Башкирии 18 века весьма была заметна и другая историческая личность юрмийских башкир. Это был Нагайбек Асанов. Историк Петр Рычков в своей топографии Оренбургской губернии пишет. Нагайбак или Нагайбатская крепость от Уфы 208, а от Мензелинска 64 версты. Звание происходит от жившего в всем месте башкирца, кой назывался Нагайбак, а юрт назывался по нем деревней Нагайбаковой. В годы Пугачевщины Нагайбек Асанов стал повстанческим полковником и в начале 1774 года со своим отрядом захватил крепость Заинск. По окончании восстания он стал старшиной Юрмийской волости, а его сын Курменкей и внук Шахингирей Нагайбаковы были уже начальниками 12-го кантона башкирского войска. Могилы Нагайбека Хасанова и других представителей этого знатного рода ныне находятся в селе Чалпы Азнакаевского района Республики Татарстан и являются предметом особого почитания местных жителей. Можно сказать, что имя башкирского старшины Юрмийской волости Нагайбака Асанова навсегда вошло в историю. В Нагайбатской крепости, названной по его имени, в 1736 году были поселены тюркоязычные инородцы. Их поверстали в казаки, и таким образом сложилась маленькая народность под названием Нагайбаки. Это один из немногих случаев в истории, когда личное имя стало самоназванием отдельного этноса. За участие в Пугачевском бунте Нагайбаков переселили в Зауралье. По переписи 2002 года их насчитывалось 9000 человек. В 20 веке среда башкир-юрмийцев выдвинула на авансцену истории две личности, сыгравшие заметную роль в истории Башкортостана и России. В политической сфере это был Афзал Тагиров, в 30-х годах являвшийся одним из руководителей советского Башкортостана. На поприще науки и религиозной деятельности прославился Риза-ад-Дин Фахреддинов. Афзал Мухиддинович Тагиров, уроженец села Абдрахманово современного Альметьевского района Республики Татарстан. Башкирский писатель и председатель ЦИК Башкирской АССР. Ризаэддин Фахреддинов, уроженец аула Кичучат современного Альметьевского района Республики Татарстан. Историк, писатель, муфтий Центрального духовного управления мусульман внутренней России и Сибири. Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, башкиры в Мензелинском уезде составляли 32%. В пересчете на цифры башкир там было 123 тысячи человек. В Бугульминском уезде башкир насчитывалось 29 тысяч, в Вятском – 13, в Елабужском – 9, в Сарапульском – 5.
Всего на территории восточных районов современного Татарстана проживало около 180 тысяч лиц башкирской национальности. После образования в 1920 году татарской АССР башкиры бесследно исчезли. Всесоюзная перепись 1926 года показала там лишь 1800 башкир. От них остались лишь воспоминания. Шунан инде узимнин этинин силеганларин язып алдым инде улайта мине минди дурти бабам билемди. Этиим мине силеу буйнча инде мине Яхшыбай улайда башкыт болган ди инде мине эти итте инде мине ул силем анын силем силеп эткен сөзү буйнча шулай була инде. Аннары инде минин анын улу Миныгыл болган, аннары Гыйбадулла болган. Мине Карабашта бар иске башкырт нәсилләре. Башкорт халкы һәм типтәрләр татар халкы инде. Мин шул үзем белән бездә нинди тамга, нәсел тамгасы. Нәсел тамга бит инде ул җирлек кеше булса гына. Аңарга бит ул бабасыннан килгән. Ул бабасына бит тагын да тирәнрәк. Шуңа күрә безнең тамгабыз да бар. Бабай әйтә инде без иске башкорт нәселе дип. Зиннәт бабай Насибуллин. В частных разговорах почти все местные краеведы признают факт того, что на востоке Татарстана некогда обитало многочисленное башкирское население. Об этом свидетельствуют архивные документы. Против этого нечего возразить. Но говорят об этом только за кадром. В кадре совсем иное. Естественно, если бы здесь жило, не жило племя юрмийцев, то и волость бы так не называлась. Волости – это как бы племя. Волость, племя волость ведь называлось. Было время, когда вот это территориальное деление на волости отождествлялось с названием племени. Тщательно подбирая слова, дабы ненароком не назвать юрмийцев башкирами, директор музея теоретизировала о юрмийской волости, как о некой типовой административной единице. Прямой вопрос о том, кем же были ее жители, привел кандидата культурологии в полное замешательство. Я башкир, это я не хочу говорить, знаете, вотчинники. Утаивание правды, конечно же, дело недостойное, но в этом нельзя винить одного только директора районного музея. Так как данная тема в Татарстане является фигурой умолчания. Поэтому юрмийцы там есть, а башкир нет. Однако, как говорит пословица, шило в мешке не утаишь. А тайное рано или поздно становится явным. Кызыксынган сайын, кызыксыну арта бара, архивлар, гашылып кетип изленен башладык. Башта біз өзіміздің бетінде міне біз татарлар деп бір ғымыми исім білегіне атап ерейдік. Біз татарлар, міне біз ознақай татарлары деп изленен башласан. Изледен башласам, мында башкырт икенде келіп шығанда, типтерлер икенде келіп шыға, юрматы волости болғанда келіп шыға. Супруги Милеуша и Асхат Закировы вот уже несколько лет занимаются историей населенных пунктов родного края и генеалогией. Они составили великолепное ШЖР своего рода и написали книгу о своем родном селе Алькеево. Билли бикип очишлар болды. Біздің ярты ауылды мені башқыртлар деп жазылған. Милеуша ол өзі де оның ирак бабасы башқырт деп жазылған. Әйбет ол тұрда білмейді дейді ол. Бүгінде әлі қайбір ауылларда әйтілер, мені бұ башқырт үші, мені бұ типтер үші, мені бұ яқта юрми нәсілдері ешеген деген бар әйтімдер. Әмінде қайбір біздің тарихшыларында язып қалдырған документлары бұл тұрда бар. Ныне потомки башкир племени Юрми проживают в селах Мустафина, Ново-Урсаева, Нарат-Елга, Сакатова, Камышлы-Тамак, Новый Тумутук, Суюндукова, Устюмова, Урманаева, Бакалинского района Республики Башкортостан. На территории Республики Татарстан они, башкиры-юрмийцы, населяют такие селения, как Кудашева и Карабаш Бугульминского района, Бакирова, Зай-Каратай, Каркали, Керлигач, Нижние Чершилы, Сарабикулова, Старый и Новый Иштеряк, Старая Шугурова, Сугушла, Туктарова-Урдала и Урмышла Лениногорского района, Бишмунча, Абдрахманова, Тайсуган, Сулеева, Альметьева, Кичучат, Новая Каширова, Новое Надырово Альметьевского района. В Ознакаевском районе Татарстана башкиры рода Юрми проживают в таких основанных ими селениях, как райцентр Ознакаева, села Уразаева, Сапеева, Митряева, Осеева, Урманаева, Тойкина, Кармалы-Елга,
Агирова, Тумутук, Сарлы, Суюндук, Урсаева, Буляк, Челпы, Верхняя и Нижняя Стерле. Башкиры рода Юрми являются древнейшим племенем, отмеченным в источниках VI и VII веков. Не всякий из ныне существующих на земле народов уходит корнями в столь отдаленное время. Юрматыны-юрмийцы являются одним из нижних стратов, на базе которых складывался башкирский народ. Они представляют собой эксклюзивное башкирское явление, а потому на протяжении многих веков понятия юрмиец и башкир были тождественными. Для исторической науки они останутся таковыми навсегда.